Праздник! Анастасия, победительница детского Евровидения 2012 года и детской новой волны 2010 года, дипломант песни года в Москве за исполнение песни «Снег» Ирины Билык вместе с Филиппом Киркоровым. Виктория, победительница детской новой волны 2010 года, серебряный призер детского Евровидения 2008 года и серебряный призер вот недавно состоявшейся новой волны 2014 года. Так, встречаем Анастасия Виктория Петрик! World Superstar! Наши красони, вам микрофон, будь ласка, слухаємо и насолоджуємось! Доброго вечора вам, пані та панове. Мы хотим для вас исполнить песню по названию «Ой, ходить сон». Это народная наша украинская песня. Я, пожалуйста, прошу вас нас поддержать немножко, поаплодировать нам. Мы очень волнуемся и хотим подарить нашу украинскую народную песню. Все хорошо, будем наслаждаться украинской музыкой, будем гулять, как всегда, да?
или вы меня не поддерживаете? Ну, давайте вот так будем, повеселее немножко. Я думаю, что вы знаете песню «Скрипаль» Нина Матвиенко. Знаете, что не знаете? Ну так, давайте. Гучно будемо співати. Yeah.
сейчас для нас очень трагично, потому что Мальвы, не хочется, чтобы наши страдали, чтобы никто не гибнул в нашей стране, поэтому мы хотим очень спеть для вас песню Мальвы, чтобы песню эту услышали везде, во всех странах, и понимали, что не нужно ссориться, нужно наслаждаться жизнью, жить жизнью, радоваться жизнью и думать о хорошем. Поэтому я хочу для вас исполнить со своей любимой сестричкой песню «Мальвы». Слышали песню? Очень заводную, мы споем про наши речки, Карпаты. Так, поехали! Гуляли, так танцевали. Там, где росла листья, там пища на пруи, что топлый надежья ломает берег. Дай, пусть мы рады самоты, те же река в плечах.
я и ты. На жаль, на жаль, на жаль, пожберігаємо ми самоти, та ще ріка плече. Пожберігаємо ми самоти, та ще ріка плече. А колись кохання, тут пекла ріка, вечора до рання. Что-то такое рокерское, заводное от Beatles. Извините, правда, что мы в этих нарядах. Тут должна быть рваная кожа, но это потом. Завтра все будет. Правда же? Поэтому сейчас мы хотим для вас исполнить песню под названием Come Together, Beatles. Только, пожалуйста, громче музыку. Shit!
ждем вас завтра на караоке. Договорились? Вы придете? Ну, это придя, понятно, придем. А вы придете? Анастасия Виктория Дмитриевна! Наша гордость, гордость Украины. Давайте еще раз поблагодарим этих талантливых девочек. Ну, воистину, это чудо, согласитесь, дорогие друзья. Наши All-Star Superstar! Да, сколько раскрепощенности, сколько актерского мастерства в столь юных девушках, наших русалках. А это все гены. Это вот папа. Где наш папа? Игорь Петрович, ну что ты, выйди, покланяйся, талантливый папа. Вот такого папы. А мама, он убегает. А мамочка где наша? Танюша? Вот, понимаете, я к тому, что нужно ценить талант своих детей, вовремя его заметить и раскрутить. Если вот дети девчонки хотят петь рок, пусть поют. Да, я-то ведь вас помню еще вот такими, девчоночки. Ну, когда... в общем-то, давайте искупаем в аплодисментах этих потрясающих Настюша сегодня с температурой, пела так прекрасно. Даже лучше пела, чем когда-либо. И вот представьте, вот эти две очаровательные, изящные девчонки. Они разрывают весь мир, весь песенный мир. Анастасия Викторовна Петрик! Никуша, мы будем переживать и, конечно же, поддерживать твою кандидатуру на Евровидение. Взрослый Евровидение. Да будет так! Настя, Вика, Петрики, браво! Спасибо. Украина! Украина forever! Made in Ukraine! Спасибо, наши дорогие, наши любимые. Спасибо. В общем, мы покажем Европе, нечего нам бородатых теток там выводить на Евровидение, правильно? Вот, истинные бриллианты настоящие. И на Диме можно. Я пойду немножко...